Продолжается всероссийская перепись населения. Для удобства жителей в городе и районе организована работа 39 переписных участков, на которые каждый может прийти и с помощью переписчика заполнить необходимые данные. Адреса переписных участков размещены на сайтах городской и районной администрации. Я сегодня пришла на переписной участок для того, чтобы предоставить данные о моей семье государству. Я считаю, что государство должно знать о каждом жителе, о том, какие национальности у нас живут, на каком языке мы говорим, сколько человек находится в каждом населенном пункте. От этого зависит социально-экономическая жизнь нашей страны. От этого зависит благосостояние каждого человека. И если каждый проявит свою гражданскую позицию активно и придет на переписной участок, мой личный переписной участок находится в здании спортивного комплекса «Лидер», да, призываю там своих соседей, знакомых уточнить, где их переписной участок, и принять активное участие. Я призываю всех славянцев принять участие в переписи населения, прийти на свои переписные участки или принять участие в переписи через портал госуслуг. Ответить на вопросы — это занимает несколько минут на каждого члена семьи.